Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня, как всегда, собираемся в начале дня для того, чтобы посмотреть перспективы на ближайший торговый день по основным торговым инструментам. Рассматриваем валюты, рассматриваем золото, с недавних пор серебро и также отдельно наш любимый рубль и нефть. Но вот последние два в последнее время нас особо сильно не радовали. Вот. Вчера было достаточно много новостей по Великобритании, как раз мы это с вами обсуждали. Сегодня будет интересно узнать, кто сколько прибыли накосить успел. Для вновь прибывших хочу сказать, что будет достаточно много графических построений, ну, даже исходя из того, что вот сейчас есть на экране. Сразу хочу сказать, ничего не нужно пытаться записать, запомнить и так далее. Я в конце вам дам ссылку, по которой вы сможете скачать профиль для MetaTrader. Это настройки рабочего стола, грубо говоря. И все линии, все индикаторы вот в том же самом порядке перенесутся на ваш MetaTrader и будут отображаться вот здесь, где вы сможете выбрать ее как дополнительные настройки. И также вернуть обратно потом свой. Вот эта ссылка от предыдущего мероприятия, то, что мы вчера с вами сделали. Сегодня будут некоторые изменения в рабочем столе, как и, собственно, каждый день. И в конце мероприятия, для тех, кто смотрит в повторе, я сюда поставлю новую ссылку, чтобы вы на паузе могли поставить и загрузить рабочий стол уже для себя отдельно. Ну, а сейчас, собственно, давайте приступать. Сейчас посмотрим, какие новости будут еще сегодня. Напоминаю, что у нас есть давняя традиция. Это те трейдеры, которые совершали уже сделки вчера, если готовы поделиться информацией, пишут, сколько взяли пунктов на прошлых сделках, именно в пунктах, потому что в долларах оценивать неразумно, потому что депозиты у всех разные, в пунктах может каждый прикинуть примерно на свой депозит, сколько бы это получилось плюса, исходя из его системы управления капиталом. Заодно и новичкам будет интересно посмотреть, как торговали другие участники рынка, такие же их товарищи по Форексу. Ну а сейчас переходим непосредственно к рассмотрению новостей. Я с экрана временно исчезаю. Сейчас посмотрим, что там у нас со связью. Так, вот я вижу, Виталий, Валерий, Сергей уже с нами. Замечательно, надеюсь, еще народ подтянется. Смотрим на календарь новостей. Ждали, что будет вчера голосование за снижение процентной ставки. Проголосовал всего лишь один человек вместо 9, как ожидалось. Да? 8 человек поддержали сохранение процентной ставки без изменений. Ну, посмотрим, что нам еще сегодня скажет Марк Карни в 15 часов. Это примерно через 15 часов 40 с хвостиком минут. Так что фунт стерлингов сегодня еще может вполне попрыгать. Поэтому давайте на всякий случай тоже вертикальной линией красной обозначим выход новостей. Ставим уже пунктирный, так как это уже прошло. Да? Потому что расчеты вещь, безусловно, очень важная. Но фундамент, он всегда стоял немножко этажом выше. Потому что фундамент работает с первоисточниками. И для 15 минут тоже 15 часов поставим. А здесь, кстати говоря, 15 часов совпадает с расчетным временем. Вот как раз. Так, что еще сегодня нас может побеспокоить? Это данные по розничным продажам в Соединенных Штатах в 15:30. Ну, как обычно, перед приходом американцев. Соответственно, это может повлиять на доллар. Доллар может повлиять абсолютно на все, что угодно. На индексе доллара на днях, по большому счету, абсолютно ничего не поменялось. Поэтому особо обсуждать нечего. Так, я смотрю, уже народ еще подтягивается. Так, вот смотрю, Антон, Никита, Александр, Дмитрий, Михаил присоединились. Вот. Очень рад, Михаил, вас видеть. Думал, что сегодня почему-то народу поменьше стало, смотрю, уже основная часть подтянулась. Это хорошо. Переходим на более маленький таймфрейм и видим, что вот то расчетное время, которое мы достаточно долго ждали,
отработалось фактически с погрешностью в одну свечку, да. То есть мы ждали какого-то возмущения цены в районе 16 часов, и, собственно, мы это и получили. На данный момент сильного колебания не получилось, поэтому подождем, что будет у нас сегодня между 15 и 16 часами. У нас новость по Британии, новость по самому доллару. Они, соответственно, могут внести изменения в характер движения самого индекса, и мы в дальнейшем уже будем интерпретировать те колебания, которые они внесли в него, на то, как это может повлиять на движение основных валютных пар. Так, вижу уже еще Тимур с нами, замечательно. Так, Рената и Галина тоже. Добрый день всем, кто пришел чуть-чуть позже. Переходим на совсем маленькие вибрации в рамках текущей недели. У нас вот буквально текущий час завершает потенциальный расчет времени на 7 часов, которое выпадает. Напоминаю, у нас погрешность в 2 свечки, вот сейчас вырисовывается по сути фрактал. И если вот эта свечка такое закроется, то по сути у нас получится разворот по времени и возможен небольшой откат до предыдущего уровня, до 96.20. Но в рамках сегодняшнего дня это как бы не такое уж большое движение. Поэтому это будет интересно скальперам и интрадейщикам, тем, кому в принципе небольшие усиления доллара позволят совершить сделки на основных валютах-мажорах. Теперь переходим на евро-доллар на днях. Ну, со вчерашнего дня ничего не поменялось, обсуждать смысла нет. Дальше евро на часах по-прежнему на канале ничего не дала сделать. На всякий случай можно новость на 15 часов поставить, то, что может сказаться именно на данную котировку через доллар. Но напоминаю, именно данный график он нам нужен больше как просто вспомогательный, чтобы понять, появилась трендовая составляющая в глобальном смысле или нет. А пока что можно работать именно с помощью канала зоны условного касания. Я вам в прошлой ссылке уже картинку кидал, как этим каналом пользоваться. То есть мне самому вот эти все линии рисовать неохота, поэтому я переделал канал Fibonacci под свои личные нужды. То есть если его выбирать у меня на рабочем столе, то у меня почему-то он сбился. Так, а ну-ка еще раз. В чем дело? Вот, кстати говоря, сейчас увидим то, как у вас это должно быть. Да, если у вас произойдет вот такая же фишка, как у меня сейчас, сбились настройки, заходите в любой из тех каналов, который нарисован у меня, и просто нажимаете ОК. Эти настройки сохранятся как стандартные, и после этого он должен рисоваться правильно. Вот, уже другое дело. Вот, как видите, все линии сразу обозначаются, еще и подписываются. Но единственная оговорка, к Fibonacci это уже не имеет абсолютно никакого отношения. За единственным исключением, это тот факт, что мы используем просто инструмент с аналогичным названием. И все. К теории Fibonacci отношения не имеет никакого. Так, вижу, Михаил пишет пост по евро на Chicago Mercantile Exchange. Поменялась верхняя граница на 1.12. Следим за этим уровнем сопротивления. Так, давайте обозначим. Так, здесь у меня вообще никакого не стоит. Верхняя, давайте поставим. Напоминаю, Chicago ставим белым цветом, чтобы не путать. Это для новичков пишу. Так, неправильно написал. 1.12, и это данные на Chicago Mercantile Exchange. Вот, ну здесь она получается практически совпадает с максимумом, который он сделал после Брексита. Так, сразу накинем это на данные по квадрату, чтобы у нас тоже было. Так, здесь 1.12, и вот здесь еще тоже пусть стоит. Сейчас до этого дойдем момента.
Так, с евриком на часах пока что с общими понятиями разобрались. То есть пока он не дает нам возможности рассуждать, в каком тренде именно вверх или вниз он будет идти в направленном, да, поэтому можно работать исключительно по зоне условного касания. Вот фунт, правда, значительно лучше с этим делом справился за последнее время. Я вот вчера вас предупреждал о том, что лучше стопы передвинуть или вообще выскочить. Те, кто выскочили, я так понимаю, ключик взяли небольшой и успели даже зайти второй раз. Но сейчас до этого момента дойдем еще. На всякий случай я вам зону условного касания заштриховываю, для того, чтобы легче было понимать, о чем речь идет. Когда цена заходит внутрь нее, то можно ставить отложенники. Ну, в какую сторону отложенники линиями обозначены. Пока она в них не заходит, значит, соответственно, сидим, плюем в потолок до тех пор, пока не будет других сигналов. То есть в рамках этой картинки у нас нет никаких сигналов. Когда до квадратов зайдем, там будет немножко попроще. Вот фунт стерлингов. Вот вчера в 9 часов, вот здесь, увидели дивер. Был повод перенести стопы либо в плюс, либо в безубыток. Те, кто это сделали, я так понимаю, здесь маленький плюсик или без убыток словили, цена опять зашла в зону условного касания, поставили buy stop здесь, sell stop здесь. Вот он пошел наверх, уже дал плюсика значительно больше. Сколько тут получилось? Ну, грубо говоря, 229 пунктов. И опять дивер. Что делаем дальше? То есть ближайшая цель это 1.35487, самая такая оптимистичная. Вот. Но если дивер отрабатывается он, как правило, фактически в ближайшие несколько свечек, то его может обратно откинуть в зону условного касания, где-то обратно в 31.974. Но если есть те, у кого отложенник сработал, то жадничать не нужно, пододвиньте стоп поближе. Если выбьет вас по дивергенции, но вы, ну, как минимум заберете 167 пунктов, они как бы на дороге не валяются. Вот, если есть те, кто второй сигнал по фунтику поймали, то жду сообщений в чате. Я думаю, будет интересно не только мне, но и другим участникам тоже. Следующий доллар против швейцарского франка. Вчера ждали, кого же он именно пробьет. Нужно было подождать, чтобы он пробил не только перенесенный 1.1, но и основной 1.1. Вот он его пробил и сигнал пошел. То есть сигнал, по сути, был вот здесь. Кто караулил, я тоже думаю, взял. Ничего сложного, соответственно, тоже не было. Теперь переносим углы на новые значения. Минимум у нас теперь вот здесь. Максимум у нас теперь вот здесь. И ничего, по сути, по смыслу со вчерашнего дня не поменялось. Пробивает наверх, идем наверх, только у нас ограничение это тот же самый 1.1, вот этот, да, то есть где-то если он пробивает, ну, пунктов 40 или 35 можно будет взять. Если пойдет вниз, то есть начнет ломать ту модель, в которой он сейчас находится, то здесь уже перспектив немножко побольше, это или 60, или даже 80 пунктов. Так, вижу еще. Валерий пишет, по фунту на новостях взял 34 пункта, замечательно. Так, Михаил, по фунту вчера на ставке взял покупку плюс 132 пункта. Я, кстати, писал, что ставку не изменят в Британии, ставку сразу не роняют. Ну, это я прекрасно помню. Я думаю, если кого-то не было, как раз этот момент можете посмотреть, когда мы с Михаилом обсуждали этот вопрос и с другими нашими активными участниками беседы. Я на YouTube выложил запись, так что можете начало мероприятия подгрузить. Как раз там этот вопрос обсуждался более детально. То есть здесь все абсолютно верно. Дальше. Здесь, я думаю, все ясно, да, то есть у нас есть реверсивный угол, он отвечает за сигналы по тренду, есть перенесенный 1.1, он отвечает за сигналы против тренда, угадывать смысла нет. Ждем, какой пробивает, туда и идем. И не забываем про сигналы от осциллятора. Да? То есть вот здесь он вас предупреждал, что пора выходить из продаж. Примеров я вам уже не одну сотню показывал за то время, что аналитика идет. Поэтому, я думаю, к осциллятору уже привыкли. Те, кто хотя бы с месяц присутствует на мероприятиях. Так.
сообщение не ко мне. Дальше. Японская иена. Вчера был очень маленький диапазон, поэтому обсуждали, что завчера она в любом случае даст какой-то сигнал. Вот она пробила реверсивный угол, да, и пошла по тренду дальше. Пошла наверх. Тот момент уже, к сожалению, упустили. Да, то есть мы обсуждали с вами это вот здесь, когда она была наверху. Потом образовался максимум. Угол встал сюда. Если есть те, кто ночью не спят, или у кого часовой пояс позволяет, здесь был еще один сигнал на вход. Если прозевали, то сидим, караулим заново. То есть вот здесь новый максимум. Вот здесь новый минимум. Сигнал практически тот же самый, за единственным исключением, что сделки на продажу являются более рискованными. Полная аналогия с тем, что было у нас, сейчас покажу где, на швейцарце вот здесь, да, то есть у нас угол стоял очень близко к 1.1, на японке теперь то же самое. То есть если он вниз пробьет, то у него будет буквально там 30-40 пунктов потенциал движения, и от 1.1 он может отскочить. Если пойдет наверх, там потенциал будет больше. Поэтому, если будете открывать сделки на продажу, будьте внимательнее и по возможности следите или там с телефона, или с планшета, чтобы вовремя выскочить со сделки. Плюс ко всему, сегодня еще и пятница, далеко не самый хороший день для открытия новых позиций. Дальше. Новозеландец. Специально при вас, то есть решил все сделать, до вас не удалял. Обращаем внимание, он один раз пытался убить модель, не получилось. Второй раз пытался убить модель, не получилось. Третий раз пытался, и все. На данный момент модель восходящего движения, которую мы рассматривали, она уже полностью себя отработала. У нас цена настолько сильно отстала от времени, что теперь будет давать достаточно высокую погрешность, и ей пользоваться мы уже, соответственно, не будем. Теперь нужно будет построить новую. На всякий случай я оставлю построение для тех, кто будет смотреть повтор, если вдруг захотят проверить, какие сигналы были, если кто-то там на повторе будет это проверять. Вот, а у нас вот эти углы уже не актуальны, их убираем. И получается, у нас есть новое падение. У нас получается даже оттестировался угол 1.2, то есть фактически как в аптеке точность получилась. И рисуем новый веер. Напоминаю, что то, что мы здесь рисуем, если есть дотошные трейдеры, которые так же, как и я, любят придираться к мелочам, то это приблизительный расчет по углам, потому что за счет вот этого вот явления, которое мы видим на MetaTrader за масштабирование, точно посчитать его мы не сможем. Вот. И самый разумный вариант — это либо считать это на специальном софте, либо считать это на бумаге. Для того, чтобы не заморачиваться, мы считаем приблизительно, а уже примерно где цена остановится, то есть цели и время мы считаем на квадрате, там точность значительно выше, а общее направление даже при таком подходе нам вполне будет устраивать. Так, Андрей, вижу, пишет сообщение: по фунту отложенником на ставке плюс 160 взял, с проскальзыванием цены аж на 17 пунктов вверх, стоял 1.3280, открылся 1.3297. Так, Михаил пишет: на Chicago Mercantile Exchange не пишут, что означает верхняя или нижняя граница цены, куда стоят контракты, тоже никто им не говорит, иначе биржа CME уже давно разорилась бы. Поэтому я пишу, смотрим, как будет отрабатываться уровень цены. Ну, вполне разумно. Вот, если бы мы заранее знали, куда стоят самые крупные участники, то, я думаю, мы бы уже все давным-давно себе по острову купили в Тихом океане. Так, новый у нас веер есть. Давайте ему какой-нибудь другой цвет дадим, чтобы желтенький, вот, например. Вот. И сейчас нарисуем новые углы, которые нам потребуются, которые будут отвечать за скорость.
Начальная скорость тренда 19.83. То есть вот последний максимум. Сейчас мы их тоже желтенькими сделаем. Минус убираем. Значит, вот минимум он пытается его пробить. То есть, возможно, будет еще ускорение новозеландца вниз после какой-то коррекции. Давайте тоже желтеньким сделаем. Вот, сейчас цена находится в состоянии ускорения. И напоминаю, что когда после образования модели происходит зверское такое ускорение сразу на 2.1, и он идет еще вдоль него, то потом, как правило, происходит возврат к 1.1, то есть вот к этому углу. И такая модель особенно долго не живет. То есть потом, скорее всего, будет небольшой откат назад, скорректируется скорость, образуется еще одна модель на рост, которая тоже тут же умрет, и потом образуется новая модель на падение, более большая по величине, и она уже со скорректированной скоростью будет отрабатываться. Ну, подобные примеры мы с вами смотрели уже на евро и на швейцарцы, если я не ошибаюсь, за последние пару месяцев подобные примеры были. Так. Дальше. То есть здесь пока все ясно. То есть попытался пробить, не получилось. И обращаю ваше внимание для тех, у кого ручки чешутся уже новозеландца по какой-то причине продать, у нас уже есть дивер. Да? То есть против дивера, пока мы не убедились, что он не отработан, становиться все-таки не стоит, особенно в пятницу. Следующий австралиец. Здесь модель пока что еще актуальна. Мы с вами вчера рассматривали тот момент, что если становиться наверх, то недалеко, потому что может удариться в 1.1. Вот фактически чуть-чуть уколол 1.1, ошиблись мы там буквально на 5 пунктов, да, вернулся назад. Действия наши от вчерашних абсолютно никак не отличаются. Переносим теперь углы на новые экстремумы. Единственное, на что советую обратить внимание, что если он пойдет наверх вот так и пробьет реверсивный угол, ручки будут чесаться купить. Купить можно будет только после 1.1. Почему? Потому что здесь купите, он подойдет, например, вот сюда к 1.1, сделает дивер еще какой-нибудь здесь на осциллятор и развернется обратно, пойдет забирать ваши стопы. Окончание торговой недели стопом не всегда бывает приятно, да, поэтому лучше все-таки вот эти там несчастных там 10 пунктов пропустить, но, по крайней мере, уже со спокойной совестью стоять и знать, что вероятность убыточной сделки существенно меньше. Так. Вижу еще сообщение. Проскальзывание — это норма, поскольку на важных новостях включаются высокочастотники, они на резком импульсе за счет больших объемов контрактов гонят цену в свою сторону, пишет Михаил. Благодарим. Так, дальше. Канадец. А, кстати, забыл сказать по австралийцу. Помимо того, что 1.1 предупреждал вас, да, о том, что остановка может быть на вот этой линии, да, осциллятор вас тоже предупредил, как независимый инструмент, о том, что вот на следующей свече после белой тоже пора было убегать. Здесь углы переставил, я думаю, тоже всем уже все ясно. По Канаде рынок побежал вниз, дивергенцию вчерашнюю поломал. Сейчас мы уже можем перенести углы. Кто вот это движение вниз забрал, я помню, Михаил стоял там практически от самой макушки, додержали. Интересно, до самого низа или нет, если не секрет. К остальным тоже вопрос, кто канадца забрал, кто сколько пунктов успел ухватить. Переносим углы теперь на новые значения, то есть вот так. И сидим, ждем, что будет происходить дальше. Единственное, на что советую обратить внимание, это то, что модель сейчас начала уже замедляться. Так, вижу пока в чате пост не ко мне. Дальше. Теперь переходим ко второй части. Рассматриваем квадраты.
евро вчера все-таки пробил 1.10926. Напоминаю, цели у нас обычно стоят через 1. То есть мы вот только что нарисовали с вами уровень по Chicago Mercantile Exchange 1.12. Расчетный у нас был чуть меньше 1.1198 при условии, что цена не остановится на 1.11379. Ну вот мы видим явная остановка, и плюс еще осциллятор предупредил о том, что эта остановка очень высоко вероятна, да, поэтому укусить получилось, я думаю, не очень много на этом движении на евро. Расстояние тут было буквально там 45 пунктов, плюс ко всему, если заходили, забрали в лучшем случае пунктов 30. Что делать сейчас? Сейчас особо каких-то интересных моментов для входа нет. Единственное, будет интересным случаем, если он сходит немножко вниз, образует фрактал, и тогда с этого фрактала можно будет встать вверх с очень маленьким риском. Если же он пойдет наверх, другим интересным для нас сигналом будет отбитие от 1.11379. Почему? Потому что обычно, если с третьего раза цена не пробивает уровень, она обычно возвращается на один уровень назад. У нас, смотрите, раз, два и третьего раза нет. Если третий раз отобьется, то вернется на 1.10926 с большой вероятностью. Это опять же те же самые 45 пунктов. Если пробьет 1.11379, то получается соотношение прибыль-убыток не самое хорошее, то есть до туда смогут дойти только те, кто зашел вот здесь и сделку еще не закрыл. Так, вижу, Михаил пишет сообщение: нет, в канадце пока не стою, жду сигнала на покупку. Ага, значит, тут сделку уже зафиксировали, ясно. Так, Игорь пишет: я уже вчера понял, что это не сейчас, поэтому спрашиваю, как об этом узнать, где. Так, это не ко мне был вопрос. Так. Пока внутренняя беседа идет. Так, теперь на 15 минутках. На 15 минутках сегодня получился четырехугольник. На удивление, идеальная отработка по времени пока что идет. Вот, текущая 15-минутка, когда закроется, будет понятно, попытается ли он чуть-чуть дернуться наверх. Поэтому скальперам стоит последить в ближайший часик за евриком. Если он нарисует фрактал, это практически уже почти факт. Если он это сделает, то при пробитии 1.11309 он может немножечко сбегать наверх вот сюда, или на 14 пунктов, или на 33 пункта, и потом оттуда, соответственно, отбиться. Для среднесрочников это цели очень маленькие, а вот для тех, кто торгует на 15 минутках, вполне неплохо. Следующий фунт стерлингов зашел за 1.34, немножко не дошел до расчетного уровня 1.35.15. Расчетные времена у нас уже закончились, поэтому остается ждать новостей в 15 часов, которые будут. Сейчас уже вырисовывается дивергенция, поэтому вполне вероятно, что до новостей он все-таки немножко сбегает вниз, а дальше уже будет все зависеть от того, что нам скажет глава Банка Англии. Если смотреть на маленьких таймфреймах, фунт здесь развернулся по времени, пошел наверх, развернулся по цене, и подтверждением того, что он собрался вниз, будет пробитие вот этой или следующей свечой 1.34.026. Если он это сделает, то целью станет 1.33.514. И времени на то, чтобы это сделать, у него будет как раз до 15 часов. 15 часов это как раз выход наших новостей. Так что сюда можно поставить и уровень по времени теоретический, и, собственно, выход новостей. Когда они совпадают, значит, на эти новости нужно обращать особое внимание, потому что на всякий случай для вновь прибывших поясню.
Когда мы делаем расчет по времени, мы основываемся на последних колебаниях рынка. Колебания рынка, которые мы рассматриваем, они изначально закладываются периодичностью выхода различных новостей, которые происходят постоянно, там это процентные ставки, выступления глав там, центральных банков, данные по безработице там, и так далее и тому подобное. И поэтому вот за счет этой периодичности мы можем ее определить приблизительно, и в дальнейшем около расчетных значений времени мы будем искать новости, которые будут выходить с погрешностью примерно в две свечки, и если мы их находим, то на эти новости нужно будет обращать особое внимание. Потому что, опять же, расчеты расчетами, а новости все-таки значительно более важный показатель. Это просто одна из интерпретаций. Следующее. Здесь все понятно. Дальше швейцарский франк по времени, получается, отбился от 7 часов, да, то есть образовался минимум. Сейчас, если он закроет эту свечку выше, чем 98.033, то мы получим сигнал на вход до 0.98.297. Это порядка 26 пунктов. Если он там не остановится, то цель увеличивается до 98.561. Для интрадейщиков сделка неплохая, для тех, кто торгует в рамках нескольких дней, сделка слишком маленькая, чтобы обращать на нее внимание. Так. Дальше по фунту, следующей свечой вниз по H15, так я вижу, на M15, наверное, имелось в виду. То есть, если вот эта свечка закроется ниже, чем 1.34.026, то у него будет возможность сходить вниз через один уровень до наступления 15 часов. То есть он может сходить, вот, грубо говоря, или вот так, или вот так, или вот так, или вот так. Ну, в общем, какой-то из вот подобных вариантов может разыграться. При условии, что во время своего движения вот здесь вот он останавливаться не будет. Если начнется какой-то ступор, либо осциллятор вам об этом скажет, либо вы увидите ложный пробой, либо любую из свечных конфигураций на разворот, там захват за пояс, просвет в облаках, там взлетающий дракон, доджик какой-нибудь, там или молот, или что-нибудь еще, то лучше или убежать сразу, или перенести стопик. То есть вперед паровоза бежать никогда смысла нет, и когда мы знаем, что есть потенциальная цена, на которой рынок может остановиться, то какой смысл сжигать бумажную прибыль, которая у вас уже накопилась? То есть вы видите циферку, там, например, у вас $300 набежало, а закрылись при $30, когда уже видите, что рынок идет обратно за вашим стоп-лоссом. То есть это всегда немножко обидно. Поэтому подобные вещи лучше контролировать. То есть раз не пробил, пока что не заходим. Если пробьет, тогда зайдем. В любом случае сигналов у нас будет достаточно много, потому что инструментов мы рассматриваем с вами много. Так, следующее сообщение. Михаил пишет, фунт стоит на верхней границе по Chicago Mercantile Exchange 1.34. Смотрим, как будет отрабатываться этот уровень. Так, у меня он почему-то здесь не обозначен. Давайте тоже поставим 1.34 ровно. Ну, они практически, видите, совпадают на 15 минутках. Интересно, как у нас с часовиками, да? То есть на мелких вибрациях мы поймали его, да, на средних получается он немножко выше, чем расчетное значение. Так, швейцарца посмотрели, дальше японка. Мы с вами вчера обсуждали тот момент, что у нее целью является 106.300 и что у него до 7.40 есть время дойти до этого уровня, но в данном случае получилась идеальная отработка, да, то есть за заданное время она пришла с погрешностью в две свечи в заданную цену, в заданное время. Такое бывает не очень часто по сравнению с другими сигналами. Да? Напоминаю, у нас есть сигнал по цене, есть сигнал по времени, есть сигнал по времени и цене. Причем среди них есть еще отдельная классификация в каждом из данных классов. Но самое хорошее из них, то есть самый лучший сигнал, это когда сигнал по цене и по времени одновременно. Да? То есть когда цена упирается вот это в перекрестие с погрешностью в две свечки. Да? То есть или на две свечки влево, или на две свечки вправо для нас допустимо.
Вот, сейчас идет небольшой откат, плюс осциллятор вас вот здесь предупредил, да, вот здесь, что пора убегать уже, да, кто-то еще вот здесь передвинул стопик под вот этот уровень, в принципе, не выбило. И сейчас сидим, ждем. То есть, если он, получается, вот здесь на времени снова разворачивается и идет наверх, после 106.300 можно будет дальше идти с ним наверх. Если же нет, то ждем подтверждения того, что он будет разворачиваться после 104.875. Но я думаю, какие-либо сделки мы уже будем делать в понедельник. Кто досидел до 106.300, интересно в чате от вас это услышать. Следующий австралиец. Австралиец пошел наверх. Уровень мы с вами этот обозначали как важный еще в понедельник, когда только модель рассчитывали вот этих уровней поддержек сопротивления для текущей недели. Вас здесь предупредил осциллятор, что не стоит верить этому сигналу, да, и собственно не зря, потому что он тут же вернулся назад, поэтому каких-либо действий с нашей стороны здесь не было и скорее всего до ближайшего времени не будет. У него есть еще одно время в 17.20, но из-за того, что у него такие маленькие амплитуды колебаний за последнее время, вряд ли вы что-то с австралийцем будете делать. Так. Дальше вижу, Андрей пишет, иена по времени и цене идеально пришла, не заходил, но следил за вашим прогнозом. Но в любом случае, по крайней мере, для того, чтобы привыкнуть к некоторым терминам и к некоторым сигналам, которые на начальном этапе могут немножко быть непривычными, потом, когда посмотрите пару примеров, в дальнейшем привыкнете. То есть, напоминаю еще раз, у нас есть сигналы на пробитие, на отбитие от уровней по цене, у нас есть сигнал на разворот или на движение дальше по времени и разворот по цене и по времени в один и тот же момент, то есть когда приходит в перекрестие. Вот эти сигналы являются самыми сильными и самыми высоковероятными. Плюс у них самый маленький стоп-лосс из всех трех групп сигналов. Так, австралийца особо нечего смотреть. Да, вот новозеландец сейчас внимательно. Вот этот час и два следующих. Ну, от этого часа 8 минут осталось. Два следующих, это по Москве еще, значит, с 10 до 11 и с 11 до 12. Если будет фрактал, то с этого фрактала он пойдет наверх на 72.057. До какого времени? Ну, тут уж получится, ну, как минимум до конца пятницы, а новые уровни по времени я смогу определить только тогда, когда закончится пятница, то есть в субботу или в воскресенье, потому что формирование вибраций на эту неделю еще, к сожалению, не закончилось, поэтому если даже сделаю какой-то прогноз, он будет некорректным, поэтому делать пока что нельзя, недостаточно данных. Любителям новозеландца стоит быть повнимательнее вот здесь. Дальше, канадец. Канадец сбегал вниз, даже немножко дальше, чем изначально ожидалось. Вот, остановился тоже на времени на цене. Сейчас отбился наверх. У него есть время до 15.40 подумать, что он хочет, потому что он после остановки не пробил на 29.43. Поэтому, если не пробьет, может еще раз шарахнуть вниз. В идеале, если произойдет дальнейшее падение, чтобы он вот так вот вверх сходил вот сюда, а потом отсюда начал движение вниз. Тогда стопы будут практически микроскопическими. Там вот буквально агрессивные поставят вот сюда или за вот эту консолидацию там в район 29.60. Да? Консерваторы, которые не хотят рисковать, смогут поставить за 29.96 стоп, а потом ловить дальнейшее движение вот туда вниз. Плюс нам Михаил давал значение 1.28.21. Это следующий уровень по Чикаго именно. Тогда оттуда он сможет сбегать на 120 пунктов, грубо говоря. Соотношение вполне неплохое. А стоп у агрессивных будет где-то 17-20 пунктов, у консерваторов где-то 56 пунктов. То есть идеально укладываемся во все правила управления капиталом. Если же будет болтаться туда-сюда, да, то есть вот так вот, и никаких сигналов не будет, то тогда уже придется входить после 1.28.760, но тут внимательно не попадитесь на разворот по цене. Почему? Смотрите, раз, два, третьего еще нет. То есть, что может произойти? Он может сходить вот так, вы войдете, будете стоять в плюсе,
он подойдет, сделает, допустим, здесь просвет в облаках, молот, там, харами или еще что-нибудь, и вы увидите вот такую закорючку. Тогда стоп сразу в плюс, потому что если он пойдет дальше, он пойдет сразу. Если же нет, это будет разворот по трем касаниям и пойдет обратно наверх. И отдавать в рынок обратно 60 пунктов прибыли будет, на мой взгляд, не совсем корректно. Поэтому лучше будет ее забрать. Если что, потом перезайдете, лучше второй раз спред заплатить, чем потерять ту прибыль, которая есть. Так что вот здесь маленькая такая каверзная ситуация может возникнуть. Будьте внимательны с ней. Так, вижу еще одно сообщение от Михаила по иене. Она стоит рядом с важным уровнем, данными по Chicago Mercantile Exchange. Это 105.26. Смотрим за отработкой этого уровня. Так, давайте проверим, есть ли она у меня на экране. Нет, давайте нанесем. 105.26. Так, я не подписал, что это CME. Есть и вот здесь еще. Тоже давайте поставим. То 5.26. Есть. Так, с этим разобрались. Так, новозеландцы сейчас смотрели, следующий канадец смотрели. Золото на днях, ну, откат пока что продолжается, судя по осциллятору, пока что выдохся. Если он продолжится, то скорее всего с коррекцией, то есть какое-то коррекционное движение еще раз вниз. Посмотрим, дойдет ли он до 1300. Ну, в идеале бы, конечно, чтобы дошел, потому что потом оттуда будет как раз удобнее всего покупать. Меньше риска, больше прибыли. Золото на часах. Ситуация уже схожая. Мы подобную сегодня видели. Не помню, у кого только. Вот, у швейцарца фактически точно такая же, только с другими цифрами. У нас уже, по сути, есть фрактал, да, начинает двигаться наверх. Вот, поэтому те, кто ловят маленькие движения, можно сходить с ним наверх до 1341-49. Те, кто рисковать не любят, то, соответственно, стоит тогда подождать, будет ли он пробивать вот этот уровень дальше. Ну, единственное, если бы сегодня не была бы пятница, на мой взгляд, был бы достаточно неплохой сигнал. Но ввиду того, что по золоту все-таки удобно открываться в рамках нескольких дней, наверное, все-таки его стоит пропустить. На 15 минутках абсолютно ничего интересного. Единственное, в рамках сегодняшнего дня можно выделить два уровня, относительно которых можно будет совершать сделки. Это 1335.17, об который он уже один раз ударился, и до которого он два раза не смог дойти. Это 1325.201. Вот они. То есть после преодоления них можно будет совершать какие-либо операции. По времени у нас еще три значения. Это 14.15, 18.15 и 22.15. Нефть по-прежнему сидит между любимыми углами, а вот рубль немножко удивил, да, пошла котировка в сторону укрепления рубля относительно доллара. И напоминаю, что раз уж пошла такая песня, да, то в итоге он может сходить до стандартного ускорения, до угла 2.1. Напоминаю, вот это был вообще 3.1, то, что достаточно редко, когда мы используем в своих расчетах, да. И движение это может быть где-то до 60.36. Напоминаю, что ближайшая зона с промежутком между любимыми углами, если я смогу ее выделить, у нас вот та ее. О, вот она. Так, а этот возвращаем на один назад, как было. Это между 58, 54 и 59.45, но исходя из заявлений нашего ЦБ, допустимые значения для котировки доллар-рубль, которые вчера оцениваются как удовлетворительные для
нашего государства, это между 60 и 68 примерно. То есть даже подобное падение не будет рассматриваться как начало длительной тенденции к укреплению рубля. Даже если он к 59-45 подойдет, это просто возврат к стандартной скорости, то, что рано или поздно всегда происходит, или к стандартному ускорению, или к стандартной скорости. Вот. То есть даже если он вернется к 48-40, можно будет сказать, что в целом это рынок просто в рамках предыдущей модели возвращается к той скорости, которая была заложена еще черти когда, фактически 2 года назад. То есть по большому счету как раз плюс-минус несколько дней, получается 2 года назад эта модель была заложена. И по-прежнему вполне неплохо работает. Поэтому, возможно, любителям рубля будет чем поживиться здесь. На мой взгляд, есть более интересный инструмент, но есть те, которые принципиально торгуют только по рублю, насколько я знаю, но, по крайней мере, насчет Ростова, если смотреть. Так, Андрей пишет, золото в противофазе с фунтом, иеной гуляет, интересно, кто на кого больше влияет в этих движениях. Так, вот этот момент насчет в противофазе или в одинаковой фазе я вам покажу на отдельном графике, чтобы в дальнейшем не путались. Вот, это всегда можно замерить в текущий конкретный момент. В раздаточном материале индикатор этот должен быть, насколько я помню. Если вдруг не будет, я его сегодня добавлю, если будет нужно. Так, швейцарский франк, модель отработалась отлично. То, что мы ждали 12 числа, разворот он получился. Сейчас цена остановилась на одном из исторических данных, то есть вот здесь вот на 0.97876, то есть это вторая точка от модели, по сути, по которой рассчитывается начальное положение нуля в системе координат расчетной. Посмотрим, как она будет это преодолевать. То есть рано или поздно, напоминаю, эта модель все равно закончится тем, что рынок вернется к среднему углу. Но когда это будет, заранее угадывать мы не можем. Посидим, подождем, какие в дальнейшем сигналы он будет давать. Но исходя из того, что все последние моменты отрабатывались отлично, я думаю, и дальше будет происходить по сути то же самое. Так, Аргентум на днях. Не пробит, не реверсивный, не перенесенный 1.1, поэтому сигналов на днях нет. На часах внимательно в 13.00 у нас вот этот промежуток времени после вот отработки предыдущей прибыли, которую мы с вами обсуждали, никаких сигналов не было, поэтому для нас важен уровень 20.594 вверх или 19.94 вниз, если пробьет. И основные моменты, скорее всего, будут происходить после 13.00 сегодня. И теперь насчет корреляции. Если мы не будем рассматривать какие-либо связи между инструментами в рамках, например, того, что есть там сырьевые валюты, не сырьевые валюты, а вот просто тупо посмотрим на два временных ряда. Есть временной ряд цен золото, например, есть временной ряд цен валюты какой-то. То есть возьмем какого-то математика, дадим ему эти цифры, которые понятия не имеют о том, что вообще есть финансовые рынки. То вот если решать задачу в лоб, то корреляцию измерить можно, если вам это нужно для каких-то целей своих. Я уже показывал как-то этот момент, но на всякий случай вернусь к нему. Сейчас сетку уберу. Смотрите, есть очень удобная вещь для любителей работы с корреляционными зависимостями. Есть индикатор, который называется e-correlation table. А, DLL-ки забыл включить. Так, не понял. Еще раз. Да, и здесь тоже. О, все, DLL-ку подключил. Смотрите, у вас получается табличка
Допустим, мы хотим посмотреть корреляцию, допустим, каких-то металлов. Сейчас только надо найти, где у нас тут золото находится. Вот аргентум. Смотрите, как добавлять в таблицу. Выделяем и сдвигаем вправо. Добавляется элемент к таблице. И серебро. Так, серебро увидела, золото что-то я не вижу. Так. Зеландец, фунт. А вот оно, золото. Ну и DXY, раз уж песня такая пошла. Смотрите, он вам перестраивает таблицу, и по сути-то, что у меня мышка так дергается. Вау. Все равно построю. Вот. Он строит эту таблицу, где выводит коэффициент корреляции между различными инструментами. По диагонали стоят пробелы из-за того, что самой собой инструмент не может коррелировать, да, или котировка не может коррелировать. Если значение выше 0,7, это значит есть зависимость, они двигаются, как вот сказали, примерно в одной фазе. Вот, например, сейчас конкретно вот в рамках нескольких последних баров, то есть фунт коррелирует с доллар-иеной, но это не значит, что через, допустим, 8 часов это будет продолжаться дальше. Вот. А если отрицательная корреляция, то они находятся, получается, в противофазе. Да? То есть здесь получается 85% отрицательная корреляция канадца и евро-доллара. Но напоминаю, это решение просто вот в лоб, без учета каких-либо фундаментальных экономических показателей. Вот, период это на 50 свечах измеряется. Поэтому тем, кто увлекается работой на корреляции, вот этот инструмент будет достаточно полезен. Вот. Насколько я помню, в раздаточном материале он есть. Если нет, то я могу его добавить. То есть это я за секрет не держу. В интернете вы его сами можете легко найти. И если нужно, я его в раздаточный материал добавлю. Потому что я знаю, есть стратегии по корреляции, и там вот эта вещь очень активно используется. Можно еще на разных таймфреймах это делать, ну и так далее, и тому подобное. Вот это я пока закрою на всякий случай. Так, ну вроде бы как все. Давайте сейчас сделаю раздаточный материал. Так, я это к тому, что стратегию торговли на этом не построишь. Ну, по большому счету, да. Единственное, я знаю, что есть механические именно системы, которые позволяют чуть-чуть укусить. Именно когда возникает корреляция, но не между металлами и валютами, а именно между некоторыми валютами, там где-то их 6 или 7 всего. Вот. И там за счет разницы движений получаешь одну сделку прибыльную, одну убыточную, но прибыльная, как правило, всегда на немного больше, чем убыточная. Допустим, две сделки совершил, одна, допустим, минус 70, другая плюс 85. В результате 15 баксов ты забрал. Ну и вот так далее, по чуть-чуть. Одну пощечину получаешь, да, одну прибыльную сделку. Вот. В таком плане. Есть более сложный вариант с тройной корреляцией, когда три инструмента. Вот. Но это как бы тема для отдельного разговора. Но это как бы не высокоприбыльные системы. Там позволяется именно кусать понемножку. Так, я сейчас перейду на другой рабочий стол на всякий случай, что мне нужно сохранить данные. Вот, и вернусь обратно. Так, все, сейчас сделаю архив, а вам пока оставлю картинки посмотреть. Так, файл будет называться архив 15.07.2016.
Так, раздаточный материал готов. Сейчас на облако закину и уже можно будет скачивать. Так, есть. Держите. И на всякий случай я проверю. То иногда бывает, народ пишет, что не открывается. Так, вот пустое окно, вот ссылка. Так, все есть. Уже даже 13 человек забрали. Отлично. Так, это я закрываю. Возвращаемся к Meetup. И те, кто смотрят в повторе, вот специально для вас меняю ссылку. Сейчас на паузу поставить и напишите сами. Вот обновленный рабочий стол со всеми изменениями, которые мы сегодня сделали. Так, ну, собственно говоря, у меня на этом все. Надеюсь, было интересно. Встречаемся с вами уже в понедельник в 9 часов. Надеюсь, сегодня еще получится совершить пару сделок и удачно закрыть те, которые уже открыты. Удачно отдохнуть всем. Удачи, попутного тренда. Встречаемся в понедельник. До свидания.